Сегодня Вадим Красносельский заслушал доклады глав государственных администраций о положении дел на местах. Руководители городов и районов республики проинформировали об исполнении поручений, связанных с обеспечением энергетической безопасности и проведением подготовительных мероприятий на случай сокращения или прекращения поставок в республику газа. Обсудили вопросы заготовки альтернативных видов топлива, а также создания условий для его использования. Как передает пресс-служба президента, на совещании говорили о возможности установки в двух крупных социальных учреждениях оборудования, которое на данный момент простаивает на объектах Приднестровской железной дороги. Учитывая сезонные изменения погодных условий, руководители администрации отчитывались об обеспечении песчано-соляной смесью и наличии техники для ее разбрасывания по дорогам республики. Глава Тирасполя сообщила о возобновлении движения троллейбусов по маршрутам номер 1, номер 6, а также рассказала, что в 8 учебных заведениях столицы проходят практику студенты-повара, завершающие ускоренный курс обучения. В докладе бендерского главы прозвучала информация о том, что в городе в этом году выполнен значительный объем работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий. Приведено в порядок 11 500 квадратных метров территории общественного пользования в спальных районах. Израсходовано на эти цели 6 миллионов рублей. Президент спрашивал о подвижках в расширении инфраструктуры ТПП «Бендера-Кишинев». Выполняется проектирование, сообщил Роман Иванченко. На совещании говорили о корректировке графика открытия городских елок. Изменения связаны с погодными условиями. Торжества провели в Бендерах, Рыбнице и Каменке. Остальные пока определяются с датами. О принятом решении население будет проинформировано заблаговременно.